В конце июня торжественные вручения документов выпускникам образовательных учреждений проходили не только в школах. Студенты подразделения колледжа Московия, расположенного в поселке Развилка, получили заветный диплом о среднем профессиональном образовании. Колледж дал мне очень много знаний, на самом деле, больше, чем школа. Преподаватели очень хорошие, добрые, отзывчивые. Мероприятие прошло во Дворце культуры города Видное. Каждый выпускник поднимался на сцену под аплодисменты гостей и сокурсников для получения долгожданного диплома. Вероника Андреева окончила колледж с отличием. Такую высокую планку поставила во время учебы и упорно шла к своей цели. Что вам помогло вот добиться таких отличных результатов? Ну, наверное, тяга к знаниям именно к своей профессии, плюс мой руководитель, наставник Анастасия Павловна Алисова, которая всегда сопутствовала и помогала мне. Похвастаться студентами, окончившими учебное заведение с красными дипломами, может преподаватель дисциплин «Сервис на транспорте» и «Организация перевозок» Вячеслав Тихонов. Его выпускники будут работать в международном аэропорту Домодедово. Мы их направляли на предприятия, на 4 аэропорта Московской области. Это Жуковский, Внуково, Шереметьево и Домодедово. Да, в дальнейшем они выбирают уже сами место трудоустройства. Некоторые ребята продолжат обучение в вузах, но многие молодые специалисты пойдут работать по профессии. Как отмечает руководство колледжа Московия, 90% выпускников будут гарантированно трудоустроены по специальности. Наталья Буслаева, Тамара Обидова, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ.